Вход Украины в картинах. Американская художница украинского происхождения Оксана Танасьев перенесла на полотна трипольскую вышивку. В коллекцию уже более 30 работ с узорами тысячелетней давности Юлия Башко встретилась с украинкой в Нью-Йорке и познакомилась с ее работами. Картины только что привезли из одной галереи и уже готовят отправить в другую, на новую выставку. Его песни – это триумф, это перемога над життям. Солиста Queen Freddie Mercury украинская художница Оксана Танасьев нарисовала 2 года назад. Это одна из 22 работ коллекции «Реинкарнация». Чтобы усилить восприятие, она добавила к маслу серебро. Это не только его силуэт, но это еще и брызги, которые идут от его силуэта. Это его энергетика, которой он делится со всеми. Но не только серебро добавляет к маслу Оксана Танасьев в своих работах. Например, в коллекции «Доллар Арт» она наклеивала на полотна настоящие купюры. Эта серия работ была посвящена тому, как деньги манипулируют сознанием людей и управляют миром. Я вырезала определенные знаки и наклеивала доллары на готовое полотно. Перед этим картину рисовала маслом. Доллары несли определенный месседж про социальную и политическую ситуацию. За событиями в Украине Оксана Танасьев следит каждый день. В 2014 году, когда на Донбассе начались военные действия, художница решает продать часть картин. Я выставляла свои картины на аукцион, а деньги от продаж полностью передавала раненым военнослужащим. Мое сердце и моя душа с Украиной. Украине Оксана Танасьев посвятила целую коллекцию, в которой уже почти 30 картин. За основу работ взяла орнаменты трипольской культуры. Был 2014 год, и одна знакомая спросила, а что такое Украина? И тогда у меня возникла идея создать коллекцию, рассказать об украинской истории, о ее коде, который существует уже более 1000 лет. Это не просто вышивка, а орнамент, через который передается сигнал нашего национального достоинства, звучит голос наших предков. Художница назвала коллекцию «Код Ю», «Код Украины». Чтобы передать красоту узоров трипольской культуры, она изучила сотни материалов, работы разных форм, некоторые с настоящей вышивкой на полотне. Это в основном четырехугольники. Внутри есть определенный символ, а вокруг него молекулы, атомы. Оксана Танасьев переехала в США из Тернополя в 2004 году. Она училась в американском университете, работала, воспитывала маленькую дочку, а по ночам рисовала. Сейчас у нее более 250 работ. Она выставляется в Нью-Йорке, Ванкувере, Лондоне и Лиссабоне. Украинка пробует себя и в кино, но не как художница, а как мама-подростка. Ее с дочерью пригласили на главные роли в короткометражном фильме «Крис». Из Нью-Йорка Юлия Башко, Антон Куницы, UATV.